Дом тихо-тихо в нем. Я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле бою. Мало кто остался в светлой памяти, в тесном уме, да стертой рукой. Я готов кричать, прости. Ты только скажи. Я готов даже уйти. Актор, стоя. Все выходи! Եվրատեսիլում 2018 թվականին Հայաստանը ներկայացնելու է Սևակ Խանաղյանը։